Я уже 2 недели подряд, предыдущую, говорю о теме «Раб Господень». И я вам рассказал, что меня подвигло приготовить эту проповедь. Возможно, кому-то будет интересно потом еще раз переслушать все 3 подряд, тогда будет немножко больше седера в голове. Мне написал товарищ один из-за границы и спросил, как вы в Израиле смотрите на Исаю 53 главу? Там написано про раба Господня. Кто этот раб Господень? И я ему сказал, вообще стандартное раввинистическое толкование, что раб Господень, страдающий за грех, это Израиль, израильский народ. Но в более древнем Израиле это считалось не так. И очень многие древние таргумы говорят, что это «Эвед Адонай Машиаха Мицура», «Раб Господень, Мессия с титулом прокаженный, страдающий». Поэтому в более модерное время, когда благовествуют Израилю веру в Иешуа, некоторые раввинистические круги, чтобы защитить, пишут однозначное толкование. Нет, это народ Израиля. И в некоторых случаях, когда мы читаем, то там действительно про народ написано. И вот я решил сделать разбор. И мы разбираем с 40 по 50, конец 53 главы. Было уже 2 разбора. Посмотрите в Ютубе, все записано. И это все доступно. И я говорил, что когда читаешь Исаю и вообще всю книгу Сефера Бритот, всю книгу священных писаний, то всегда очень важно смотреть, что контекст говорит нам. И я, помните, дал вам пример, что, допустим, слово «лев» не всегда однозначно обозначает льва из колена Иудина. Есть другое место Писания, что «сатан, аки рыкающий лев, ищет кого поглотить». То есть по контексту мы видим. Когда мы стали читать, я очень старался донести, что всякий раз, когда мы читаем Священное Писание, даже пытаемся что-то понять, нам не только тот смысл, что там вложен, а той ситуации. Мы всегда должны видеть мотив или видеть реакцию Господа Бога, в данном случае Исаии, на те или другие вещи. Помните, он говорил, надменным я отношусь так, а к смиренным отношусь иначе. И когда мы читаем и видим, Бог к надменным относится, или к гордым плохо, а к смиренным нормально, то это подспудно должно, по крайней мере у меня, я надеюсь, у вас тоже, вызывать такую реакцию. А какой я? А как ко мне Господь Бог относится? А может быть, я смиренно гордый? Знаешь, что такое смиренно гордый? Потупив, помните, потупив взор, стою такой я, весь в себе расфуфыренный, думаю, пускай меня не замечают, главное, что я такой крутой. То есть можно гордиться смиренно. И поэтому Священное Писание побуждает нас, чтобы мы могли испытывать себя. И если мы знаем, что Бог относится к таким людям так, а к таким иначе, то исправление, про это уже несколько раз сегодня говорилось, это важный аспект. Ведь наша жизнь с Господом Богом подобна, как наша жизнь в браке. Согласитесь, это так. То есть, если ты хочешь, чтобы твой брак двигался и развивался нормально, но ты упрямый гордец, и ты будешь стоять только на своем, и плевать тебе, что думает твой супруг или супруга, то в конечном итоге твой брак, наверное, не устоит. Если ты не можешь изменяться, вот здесь нам призыв с Господом Богом, а иначе многие могут ожесточиться внутри себя и быть выкинуты. Поэтому, когда мы читаем, даже разбираем какую-то более закрученную теологию, мы должны также извлекать для себя полезные наставления. Как всякий пророк, Исаия говорит все в пользу Израиля, даже когда он использует очень специфический язык осуждения. «Я накажу тебя, я проведу тебя», потому что в конечном итоге это действие Божие направлено на то, чтобы Израиль почувствовал, смирился и исправлялся. Ну и очень периодически в Писании, когда мы читаем вот Исаию, всплывает такое странное слово, это такой никнейм, дополнительное имя или кличка для Израиля – Ешурун. Кто помнит, как оно переводится? А? Прямой. Яшар – это прямой. Но когда мы читаем это в контексте, коннотацию, мы даже не всегда понимаем, про кого говорится. И это еще одна вещь, с которой мы должны согласиться. Мы не всегда знаем конкретно, про что здесь писано. И если тебя Святой Дух в этот момент говорит, что про Ешурун, это про тебя, тоже нормально. Хоть чаще всего здесь говорится про Ешурун или про Машиаха, исправляющего народ, делающего народ прямой, или про сам народ Израиля в будущем, которого Бог обещал исправить, чтобы пути его стали ешарим, чтобы пути стали ровными. Но, еще раз повторюсь, эти вещи нормальные для себя самого воспринимать. Мы закончили в прошлый раз 44 главу. Я сейчас продолжаю 45. Мы сегодня сделаем такой немножко галоп. И мы сегодня закончим все, до конца 53 главы дойдем, потому что в одном языке вообще это будет легко. Ну и вы слушайте. Я надеюсь, что оно будет давать какие-то вам мысли. А также очень советую периодически прослушивать еще раз слово, оно может быть не всегда с самого начала удобоваримо, особенно если вы мало знакомы с текстами. Исайя, он крайне мессианский пророк, особенный пророк. И вы знаете, у меня есть товарищ, некоторые его слушают на онлайн, Алекс Бленд, и он в свое время рассказывал мне такую историю, что он, будучи ортодоксом, таким суровым ортодоксом, очень свою помогал одному, был ассистентом у одного раввина известного, и он как бы ждал его со встречи и читал пророка Исаию. И к нему подошел другой раввин и сказал: почему ты сам читаешь пророка Исаию? И он говорит: а почему нельзя? Он говорит: потому что если ты читаешь его, это в ортодоксальной среде есть такие заявления, читаешь его без наставника, то тебя может занести ой куда, подразумевая, что ты сможешь уверовать в Аишау, в того человека. Ну, понятно, про кого говорится в Иешуа. Слава Богу, у Алика так и произошло. И я к чему говорю? Исайя, он очень-очень особенный. Я советую не пугаться, что там есть сколько-то там, 60 с лишним глав, ничего страшного, можно их прочитать. Я читаю 45 главы с самого начала. И интересно, что здесь говорится, 45-я Исаии, получилось открыть всех. Так говорит Господь помазаннику своему Корешу, на русском Кир. Это царь в Вавилоне. Я держу тебя, то есть это царь, который по умолчанию не знает Бога. Некоторые говорят, что он был внуком Эстер. То есть, помните, царица Эстер, Пурим и вся эта история. Она была замужем за Ахашверошем, родила сына, у того сына родился Кореш. Так говорят, проверить 100% невозможно. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворяли для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою, и горы уравняю, и медные двери сокрушу, запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя». Языческого царя Кореша по имени, я Бог Израилев, ради Иакова я это делаю, не просто так, ради Иакова, раба моего и избрана моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, нет Бога иного, нет Бога кроме меня, вы там можете в Вавилоне поклоняться кому угодно, но нету Бога другого. Я припоясал тебя, это 5 стих, хотя ты не знал меня, то есть ты не был верующий в меня, но я нашел тебя и сказал, ты будешь. дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного. Я образую свет и творю на иврите зло. Делаю тьму, делаю мир и произвожу бедствие, на иврите ра, зло. Я, Господь, делаю все это. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Это уже позднее, неважно. Вот слова, которые Господь Бог провозглашает для Кореша, человека, который его по умолчанию не знает. И это учит нас, что Бог может использовать того, кого Он хочет использовать. И здесь вот дальше вся эта песнь или провозглашение, кто есть Господь Бог, Он суверен. Он суверен. Я сегодня рассказываю свои личные переживания, наверное, слишком много, но еще одно расскажу. Помню, как в одном переживании ночью, я даже Нину разбудил, потому это было уже какое-то время назад, во сне я видел, что я пришел к одной пожилой женщине, это бабушка жены Нининого брата. Неважно, это было во сне. Она тогда еще была жива. И я помню, как во сне я пришел к ней, потому что меня что-то влекло ей сказать. И я стал ей во сне говорить. Но я помню, что я был подобно кукле. Вот знаете, вот эти куклы, которые пальцами... Как? Марионетка, да. Да, марионетка. Я и говорил слова, меня наполнял руах Божий. Я не слышал ни одного слова, которое я сказал, и не понимал, что я ей говорю. И я в таком страхе. Помнишь, Нина, я тебя разбудил тогда? В таком, это был такой, не страх, там что-то черное, но такой Ирата Дунай. Я хочу сказать, что любое творение, даже осел, который говорил к Биляму, помните? Он в руке Бога. И хоть мы настолько загружены, как говорят каббалисты, клипой, скорлупой этого мира, что мало видим сверхъестественное, мы, как верующие люди, все-таки должны всегда признавать, что Бог над всем стоит. И Он может управлять всем, даже то, что поначалу кажется абсолютно противящимся Ему. Поэтому никогда не надо оставлять надежду. И Господь говорит, взывайте и стучите. И Он говорит, Кореш, я тебя призвал и помазал тебя. Как на иврите, кто знает слово «помазал»? Мешиха. Ата Машиах. Мы знаем это выражение. Мессия – это назначенец. Тот, кого Бог помазывает, исполнить какую-то функцию. В случае Кореша это была функция восстановить Бейт Мигдаш. Храм в Иерусалиме. И Кореш с этой функцией справился. И Господь уважил его за это. Мы знаем других машиахов. Давид был тоже машиах Господень, и его Господь помазал, чтобы вести войны Израиля. И, соответственно, пришел Ха-Машиах, который сокрушил твердыни зла, воскреснув из мертвых. Мы знаем, про кого это говорится. Это такое маленькое отступление, чтобы вы понимали, что значит слово «машиах». И вот здесь языческий царь тоже называется машиахом. И здесь интересные слова. «Я образую свет и творю тьму». Это мы знаем из книги «Бытия», помните? «Веаса ор», «Веаса хошех» и все такое. Но очень многим непонятны слова «делаю мир и произвожу зло». Некоторые люди, немножко поддавшись такой общей харизматии, говорят, Бог не делает зло, потому что нечто подобное записано в Иакова. Помните, написано, ибо Господь не искушает злом. Он не искушает злом, Он может испытывать тебя или проводить тебя, или допускать твою жизнь зло, или, короче говоря, мир, он не дуалистичный. Знаете, что такое дуализм? Дуализм – это то, что с одной стороны сатан, с другой Бог, а вы выбираете какую-то из сторон. В язычестве есть такой круг, там инь-янь, помните, там красное, белое, черное, там, помните, да? Это неправда, это языческая картина библейская, что Бог только один царь, и Если мы делаем грех по своему выбору, он, да, допускает до нас зло, соответственно этому греху, чтобы мы почувствовали, как мы влияем зла, и чтобы мы могли покаяться, и тогда он восстанавливает нас. И, конечно, в общем формате его планы о нас во благо, а не во зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Но Бог, он суверен. И он не такой суверен, что мне пришло, сегодня я вам устрою Кузькину мать. Помните, как Хрущев стучал по этому? Так вот, нет, у него все взвешено, но он суверен над всем. И вот здесь эти слова «ради Иакова». В любом случае, все это ради Иакова. Даже во всем мире какие-то колебания. Вы знаете, наверное, я не верю в эффект бабочки. Кто слышал эффект бабочки, что это такое? Там где-то листочек с березы упал, а там он спровоцировал цунами. Я не верю в это. Думаю, что это ерунда. Но все, что происходит в мире, ради того, чтобы в Израиле в конечном счете полноценно совершилось то, что называется воля и предназначение Бога. И, соответственно, обратно. Что значит обратно? Если оно в Израиле совершается, то оно совершается по всему миру. И я еще раз хочу напомнить, сия есть особенная благодать, что в нашем поколении он позволил нам жить в этой земле. И есть места, где покруче жить, побогаче, поинтересней, Особенная благодать в нашем поколении жить в этой земле, даже преодолевая все те неприятки, сложности, труды и прочее. Окей, продолжаю дальше. С 46 главы, я 45-ю так проскочил, по 48 главы, я не буду здесь каждую главу пролистывать, здесь больше говорится о суде Израиля над Вавилоном, в котором Израиль тогда жил в плену. Царем Вавилона был Кореш. И вот здесь основная мысль, которая записана в 48 главе с 20 стиха. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев». С гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их, он источает им воду из камня, рассекает скалу, льются воды, нечестивым же нет мира, говорит Господь. То есть Бог говорит людям, тогда живущим в Вавилоне, через уста пророка Исаии, начните всем говорить, чтобы уходили отсюда, Мибавель, чтобы шли назад в Эрец Исраэль. Это вот прямой контекст, что там говорится. Сейчас я вам расскажу еще одно переживание. И это было в 89 году. Я тогда успешно закончил 2 года советской армии, вернулся в политех рижский, где учился. И я помню, как... Просто сверху, я по-другому никак не могу это объяснить. У нас там были такие еврейские тусы, еврейские тусовочки, и мы собирались, и в Рижском политехе училось в то время очень много евреев, выходцев с Белоруссии, с Украины, с России. Там были заниженные нормы антисемитизма, и меньше обращали внимание, кто ты по национальности на экзаменах, поэтому туда шли учиться. Те, кто моего поколения, помнят это. Но, короче говоря, я помню, как мы собирались, и нас накрывало волны энтузиазма идти, возвращаться в Эрец-Исраэль. И если вы помните, с 89 по 93 год практически каждый день 5000 русскоязычных евреев приезжали в Израиль. Все клеймили, вы русские, вы такие, вы сякие. Кто в это время приезжал, наверное, помнят, это было не очень приятно. То есть нас считали дикими, но мы не были дикими. Мы были как раз-то почти все были с высшим образованием. Но нас считали дикими и прочее, и пряча. И вот вы там высасываете экономику Израиля, чтобы принимать эту алию. Я недавно читал данные. Израиль потратил 6-7 миллиардов шекелей на клиту, на то, чтобы принять вот этот миллион олим. или больше немножко, я не помню точные данные. И все говорили, это истощило нашу казну. Так вот, ну, первое, ничью казну оно не истощило, потому что в это время такие посланники Израиля, типа Шимона Переца и остальные, оббивали все пороги мира, и они сделали такой фондрейзинг, что эти 6 миллиардов дали. То есть отсюда ничего не вышло. Но я читал, что только в течение 3 лет Алия через налоги, Масахнасу и прочее вернула это. Все. То есть то, что мы стали работать и платить Масахнаса, это все вернулось. А потом пошли только одни плюсы государству Израиля, начиная от хай-тека, медицины и всего прочего. Я уже не говорю о тех деньгах, которые через налоги. Поэтому, как говорят умные люди сегодня, та Алия изменила лицо Израиля. И каждый из вас – это часть этой Алии. И это вот то, о чем здесь написано, только тогда это писалось про те времена, вавилонские времена, а это про наши времена. И здесь сказано: «Выйдите из Вавилона, бегите оттуда, бегите от халдеев». И я могу понимать это, повторюсь, это в контексте о тех далеких временах, это о том, что периодически случается, когда Бог поднимает и вкладывает в сердце евреев возвращаться в эту землю, но из-за того, что здесь есть вот эта вот приставочка «нечестивым же нет мира, говорит Господь», здесь говорится также о духовной алие. Это говорится о том, что даже живя в Израиле, мы можем быть полными халдеями. Кто знает, что такое быть полным халдеем? Это не о весе говорится. Полный халдей – это быть посвященным всякому язычеству, всякой нечестии, все, что нарушает божественные стандарты. Когда здесь Исаия говорит «бегите от этого», то это нам всем призыв. И реагируйте на это, как вы хотите. И знаете, это не только «я не ворую», «я не оскорбляю». Это если ты о семье своей не заботишься, помните, то ты тоже хуже неверного. То есть это не только уста, это еще и твои поступки. Или это не только твои поступки, это еще и твои уста, и твои мысли. И я надеюсь, что здесь нету блудников и фарисеев, как некоторые любят клеймить. А Валя, очень часто мы заняты не тем, чем надо. И Господь хочет, чтобы мы могли трезвиться, чтобы нас никто не пожрал. Сорок 49 глава. Она немножко путанная. Я думаю, читая ее, некоторые теряются и не могут понять, о ком говорит там пророк, о народе Израиля или о ком-то другом. Давайте попробуем разобраться. Я этой главе уделю немножко больше времени, потому что она 49, 50, 51, 52 и 53 просто пророк, двигаясь Божьим Духом, выстраивает тамрур. Кто знает, что такое тамрур с иврита? Указательный знак. Едете по дороге — тамрур. То есть направо пойдешь, коня потеряешь и машину купишь. Налево пойдешь, дешевую машину потеряешь, купишь более дорогую. А прямо пойдешь, ну, тамрур – это указатель. И вот с 49 главы Бог просто выстраивает этот тамрур. Почему я говорю некоторым? Некоторые, думаю, ну, так в полусонном состоянии сейчас сидят, думают, зачем он все это говорит? Обновляйте вашу веру в Машиаха. Это всегда полезно, и это всегда хорошо. Читаю дальше. 49 глава с 1 стиха. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». То есть вот как бы от имени Господа. «Слушайте все, Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое». Ну, на самом деле, каждый из нас может поднять руку и сказал: когда я родился, мне дали имя. Про кого же здесь говорится? «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Израиль, раб мой. Про кого говорит пророк? Точно не про Кореша. Ну, это уже не про Кореша. Но это вполне может быть о народе Израиля. Также, сейчас мы будем читать по тексте, это может быть о Машиахе, потому что как у Господа Бога Всемогущего есть масса имен в священных писаниях. Эл-Шадай, Элухим, Гоали, Имануэ, еще разные имена. Так и у Машиаха есть разные имена. И это не значит, что когда Иешуа родился, назвали его Иешуа, то есть Иешуа – это имя личное. Понятно, все понимают, что я сейчас в ту сторону клоню, но даже в ортодоксальной литературе пишут, что Исраэль – это одно из имен Машиаха, и Ефраим – одно из имен Машиаха. Почему? Потому что качества эти заключены в нем. Но о ком же здесь говорит пророк? «Ты, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Читаем дальше. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». Обратить к нему Иакова, это только сопоставимо со словом «чува». «Лашув». «Чува» – это покаяние. Ну, вот то, что в русском языке покаяние, обратиться от лживых путей к праведным. И если здесь говорится о народе Израиля, то как народ Израиля может сам себя обращать? Это говорится о некто, кто как бы со стороны врывается в среду Израиля и содействует чему-то, чтобы произошло это обращение. И чтобы Израиль собрался к нему. Когда я читаю слова «Израиль собрался к нему», у меня как бы первое такое восприятие – это алия. Алия. Все знают, что значит слово алия. Вернуться, подняться в Эрец-Исраэль. И я могу только косвенно понимать, я знаю, что в модерном восстановлении народа или страны израильской сионисты, христиане приложили очень много рук. И им даже многие не знают, но на первых сионистских форумах, которые Герцель делал, там были евреи, но там была масса сионистов-христиан, которые всей душой веровали в грядущее восстановление Израиля как административной части на земле, будет территория. И возможно, это вот руах Мессии, дух Мессии воздействовал через этих людей, чтобы спровоцировать эти вещи. Возможно, руах Машиаха действует по-другому, я не знаю, но все равно алия – это абсолютно божественное дело, которое совершается. И вот здесь по этим словам Машиах во всем в этом интегрально связан. «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Я читаю 49 главу, 5 стих. «И сказал он, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». То есть, как народ Израиля может способствовать к обращению народа Израиля, и как он может собирать народ Израиля сюда. Ну, как бы мы можем интерпретировать все, что вообще хотим, но по прямому контексту здесь говорится, что некто с именем Израиль, но мы понимаем, что это может быть абсолютно персональное имя, и это Машиах. И он не только посодействует обращению, покаянию, духовному восстановлению Иакова, не только повлияет на то, что израильский народ вернется в эту землю каким-то непонятным, но он еще прострет спасение до края земли. Те из нас, кто знает Новый Завет, мы помним эти вещи, как написано, что вы, бывшие далеко, Ефесянам я цитирую, от Израиля, от откровения и обетования Израиля, стали близки кровью Машиаха. Так оно сработало. И наверняка это была большая тайна даже для пророков и мудрецов, но Петр сказал, это было сокрыто от тех поколений. Кажется, ерунда, как она могла быть сокрыта? Но если Бог не открывает даже простые вещи, оно сокрыто, и вдруг оно бам! и массы людей со всего мира исполнили это пророчество. Спасение Божье простерлось до краев земли. Я дерзну сказать немножко такие, наверное, ну, я не скажу обидные, но правдивые вещи. Если же это говорится об ортодоксальном иудаизме, то это не проходит. Я вам скажу по простой причине. Все знают такое понимание, что есть грех, а есть нечистота. В грехе, если это не особо сложно, можно покаяться. Но нечистоту нужно чем-то смывать. Во времена храма существовал то, что называется пепел рыжей или красной телицы. Это была целая церемония, которая омывала. Но после разрушения храма 2000 лет мы находимся в, что называется, по галахическим пониманиям, в полной туме. Тума – это нечистота, стопроцентная тума. И я лично верю, я надеюсь, что большинство из вас тоже, что когда Иешуа умер и воскрес из мертвых, и послание к евреям делает ассоциацию между ним и рыжей телицей, то показан очень четкий путь, что да, есть путь очищения не только от греха, но и от тумы, от нечистоты, чтобы приходить к Господу Богу. Поэтому ортодоксальный иудаизм, ну, к сожалению, это факт, я говорю, факт, он не имеет этого очищения. И имея в себе огромную мудрость, здесь я не могу спорить, компетентность в понимании и толковании текста, но вот спасительной, очищающей силы он тотально лишен, пока нету храма и жертвы. В нашем случае, благодаря откровению, которое называется «Сие есть Новый Завет в моей крови», у нас есть и небесный храм, и вечно действующая жертва. И эти стихи подходят именно к тому, чье имя Иешуа, и те, кто веруют в Него. «Так говорит Господь», я читаю тоже 49 глава с 8 стиха, «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа». Не народов, а народа. «Я тебя». То есть народ не может быть заветом народа. Ну вот просто по-лингвистически, но кто-то может стать заветом народа. Иешуа сказал, «Сие есть дами анишпаха вурейхем». Это есть моя кровь Нового Завета, проливаемая за вас. Я делаю завет за вас. Был Авраам, который совершил завет перед Богом. Был Моше, который совершил... И вот Новый Завет. Я делаю тебя. И нам только вот это по этим тамрурым указателям нужно понять, кто это. Ну, я, понятно, чью сторону гну, вы понимаете. Я могу вам сказать, что любавические хасиды, слышали таких? Хабадники. Они эти же самые стихи, даже больше... Они интерпретируют для своего любавического ребе, к которому я отношусь с большим уважением. Читал его много вещей. Он просто genius, гений. Но там не хватает нескольких составляющих. Воскресение из мертвых – это одно из них. Это серьезная составляющая. Хабадники используют все вот эти вот места, которые цитируют, для Менахема Шнейрсона, что он есть Машиах, который он делает. Но во всех этих не хватает для Менахема Шнейрсона воскресения из мертвых. В случае Иешуа это воскресение есть. Поэтому это, мы понимаем, про кого говорит пророк. Ответил? И после этого начинается опять песнь Алие, это в 49 главе. То есть мы видим, как Машиах выделяется для разных целей, и Алия – одна из центральных вещей. Он говорит, возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишь их, как невеста. Это Исайя, 49 глава, 18 стих. Устали? Продолжать? Хорошо. И вот 49 глава, она как бы прелюдия к тому, чтобы направить всех в сторону Машиаха, 50 глава, читаю с 4 стиха. И это явно не общедоступные инструменты. Господь Бог дал мне язык мудрых. Помните, Соломон был. Он говорит, Господь мне открыл. К нему собирались все, чтобы послушать премудрости Соломоновой. Он открывал уста свои, и там все сразу таяли. Это не значит, что весь народ в этот момент говорил устами Соломона. Только здесь то же самое. Дому некто, Господь Бог дает язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Это для нас. Если вы хотите стоять в том, что называется вера, мы должны быть подобным образом стремиться. Но это в полноте описывает характеристики Машиаха. Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. А дальше идет прямой контекст, который говорит о страданиях Машиаха. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Даже, я повторяюсь, в ортодоксальном иудаизме это характеристики Машиах бен Йосеф. Ну, есть такое выражение, Машиах, сын Йосефа, тот, который страдает. Или другое выражение, я уже его сказал, Аиш ха-Мицура, человек прокаженный, Машиах, который как подобно прокаженному, он не обязательно был прокаженный, но он был отвергнут, и он страдал, серьезным образом страдал. «И Господь помогает мне», читаю дальше 7 стиха, «поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть выйдет ко мне. Вот Господь помогает мне. Кто осудит меня? Кто из вас боится Господа? Слушает гласа раба его». 10 стих. Боишься Господа? Слушаешь глас раба его. Я помню такие же выражения в Новом Завете. «Овцы мои», что там сказано дальше? «Слышат голос мой», то есть реагируют на него. Мы переходим к 51 главе, здесь кратенько. «И я вложу слова мои в уста твои, тенью руки», 16 стих, «руки покрою тебя, чтобы устроить небеса, утвердить землю и сказать Сиону, ты мой народ». Здесь опять все говорится об Израиле, что это для народа Израиля делается. Я в 52 главе, и здесь пошел чисто мессианский текст. Ну, как бы, если бы криминалист работал со всеми этими заявлениями, то, ну, как бы, здесь вообще нету возможности избежать лика Иешуа ха-Машиаха. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир! Манаву аля-арим реглей мивасер, машмия Иешуа». Как прекрасны, здесь, ну, как бы, каждый благовестник на Сионе прекрасен. Многие организации используют эту цитату, чтобы благовествовать в Израиле, но здесь об единственном числе говорится. Его ноги были прекрасны, когда он шел и провозглашал спасение. 13 стих. «Вот раб мой будет успешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько было безображен паче всякого человека, лик его, и лик его паче сынов человеческих». Понятно, эти слова можно с натягом перетянуть и объединить весь народ, сказав, вот во время Холокоста весь Израиль серьезно пострадал. Но здесь говорится об единственном числе. Это просто непрекращающиеся пророческие указания о некто одном. И я здесь не хочу сказать, что Израиль никогда не нес на себе грехи всего мира. Совершенно нет. Да, но контекст вот этих пророчеств говорит не о народе Израиля. В других местах явно народ делает миссию, которую Бог дал ему, чтобы искупать мир. Но Исаия особенно с 49 главы говорит об одной конкретной личности. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Это 13, 14 и 15 стих 52 главы. Сейчас как бы венец всего этого пути, который мы прошли в течение 3 дней. Я хочу разбирать 53 главу, и давайте посмотрим. И это как бы, еще раз повторюсь, венец всего вот этого, как будто вот пророк проводит людей, дает им понять, немножко продумать. И вот еще шаг. Кого же мы должны увидеть? Кого же мы должны увидеть? Кого же мы должны осознать, что это вот про него все говорится? Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ну, это такое риторическое выражение, и это правда. Была масса умнейших людей, перед которыми все эти пророчества были в полнейшей интерпретации, и когда Иешуа пришел, они его просто проигнорировали. Были другие, которые сказали «да, вы, амен». И это не обязательно грамотные или безграмотные. То есть были и такие, которые или шли, или игнорировали. Мы знаем пример Никодима, помните? Он пришел к нему ночью, боялся осуждения, он был в Синедрионе, заседал. Он говорит «нет, не мой». Он говорит «нет, эн даварка зэше». Нисим каэле блилу и в шарлас. Он говорит «без того, чтобы Бог был с тобою, ты не можешь такие вещи делать. Это не проповедь красивую сказать. Мы помним, что еще спросил осуждающих его, скажите, что легче, сказать тебе, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и иди. Помните эту историю, когда он стоял возле парализованного человека? Ну, как бы можно теологически сказать, о, только Бог может сказать, прощаются тебе грехи. В некоторых направлениях разных религий у священника каким-то образом, я не знаю каким, появляется вот эта возможность. Я отпускаю тебе грехи, сын мой. Я очень как бы скептически отношусь к такому пониманию, но опять-таки это не так тяжело сказать. Тебе прощаются грехи, иди гуляй. Кто может проверить? Никто не может проверить. А вот когда человек лежит парализованный, и ему говорят, встань, забирай свои манатки и двигай отсюда. И он поднял весь этот груз, который весил 40 килограмм, когда 2 здоровых не могли поднять. Еще вскочил и побежал, вот тогда уже шок. И это факт. Кто поверит слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? То есть, кому Бог по милости открывает. Я вчера с Влади говорил, и он говорит, мы избраны не потому, что мы туда записались, а потому, что Он избрал нас. И в Новом Завете есть такое выражение, по Его милости Он позволил нам быть первенцами в избрании. То есть это не значит, что мы должны гордиться, потому что первые могут стать последними. Это такое, ну, как бы... такое пощечина. Но мы должны понимать, что это особенная милость. «Ибо он взошел пред Богом, как отпрыск и как росток». Я читаю 2 стих из сухой земли. «Йонек вешореш». Йонек – это росточек, а шореш – это корень. И здесь подчеркивается сухая земля. И иносказательно сухая земля – это обезвоженные, без слова Господнего и без подчинения народ Израиля. А он посреди всего этого, как росток, поднялся. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Когда Иешуа ходил, его глаза не светились, голова его не светилась. Мы даже помним, когда римляне пришли арестовывать его, служители храма, пришли арестовывать его на Илионской горе, Иуде пришлось поцеловать его, иначе бы они, может быть, даже бы там и не узнали, кто он из них. Этот стих дает нам, возможно, какой-то намек, что, возможно, у них в семье был непростой период, когда, может быть, Иосиф, его как бы по паспорту папа умер, может быть, семья резко обеднела, и не было в нем ни вида, ни величия, ну, там были какие-то, возможно, проблемы, мы не знаем всего. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, им отвращали от него лицо свое, он был презираемый, и ни во что не ставили его. То есть был период в жизни, ну, как минимум до 30 лет, который мы не знаем, там что-то было. Эти же стихи можно переиначить немножко иначе, что когда его арестовали и избили, и изуродовали, то мы тоже отвращали лицо свое от себя. Но я думаю, это больше касается к его прежней истории, потому что люди так бы тогда с удивлением говорили, а что вообще может хорошее прийти из Назарета? Помните эти слова? Что оттуда может прийти? То есть там одни голодранцы живут, и чего можно оттуда ожидать? 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Здесь мы должны понимать, когда кто-то, не дай Бог, болеет или проходит какие-то сложные вещи, давайте не будем быть поспешными судьями. У него это из-за этого. Мы не знаем, что у человека происходит. Хорошо понять и познать. Но тогда люди таким же образом, как мы, подходили, судили, говорили, а, это его Бог наказывает. Но он изъязвлен был за грехи наши. Там написано слово пшаим, пшаину. Кто знает, что такое слово пеша? А? Преступление. И он мучим, или медуке. Что такое дикаон? Кто-то знает, что такое дикаон? За авнотейну. Авон. Кто знает, что такое авон? Вина. Вина. И за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Я хочу вам сказать по 5 стиху 3 точки. Здесь указаны 3 вида грехов. Интересно, что в современной, я говорил на эту тему раньше, но повторюсь, в современной юридической системе эти 3 уровня все равно до сих пор используются. Самый маленький – это хет, грех. Второй по сложности – это авон, вина. И третий – это пеша, преступление. За грех дают полгода тюрьмы. За авон могут дать до 3 лет. За преступление могут дать и 10, и 15, и пожизненное могут дать. Так вот, Иешуа по этим стихам искупает нас от 3 видов греха или преступлений против Господа Бога. Есть еще один, 4, который постоянно муссируется в священных писаниях, как я вижу. Некоторые говорят, есть еще и 5, но тот 4, он называется на иврите «хамас». Не в честь организации, которая Хамас называется, а Хамас – это внутреннее перерождение, уподобление чему-то злобному, отвергающему всякое добро. И мы помним, что во времена потопа написано, люди погрузились в Хамас. То есть они изменились, что-то там было. Но то, о чем мы про грехи понимаем мы, если человек приходит с покаянием, Иешуа, жертва Машеха снимает с него все это. Мы продолжаем дальше. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Ну, я не думаю, что здесь пророк говорит про все народы мира, его взор к Израилю. Это Израиль. Понятно, были и праведные люди посреди Израиля. Когда Иешуа пришел, в Евангелии от Луки есть такие слова про Захарию и про Елизавету. Кто помнит таких двоих? Написано про них, были праведны во всех отношениях по отношению к Торе. То есть они были не единственные праведные, были еще ревностные люди, которые чтили Бога и соблюдали требуемое от них. Но таких был всегда капитальный мизер. В основном народ совратился. И это не только сегодня, это не только вчера, это было всегда. Это наше наследие от Адама. То испорченное, которое в нас, это вот с этим ецера, сбит из баланса, который по-любому ведет нас в другую сторону. И если мы не открываем себя для Господа Бога, чтобы Он выровнял пути наши, у нас нету много шансов. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклане, как агнец, предстригущим его безгласен, но он не отверзал уст своих». Опять-таки, древние комментаторы на эти слова говорят, однозначно, «Эвед Адонай», раб Господень, личность, не народ, личность. А Новый Завет нам, вообще все показывает. Помните, Иоанн, «Се идет агнец, который берет на себя грех мира этого». Следующий стих, он о воскресении от уз, от оков. «Из суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Это вот этот процесс погребения, воскресения и вознесения. Но здесь интересное выражение «но род его кто изъяснит». И сегодня тоже ругаются, и разные книги, Бен Пандера, Бен этот, Бен тот, он не тот, он сет, он пятый. Род его кто изъяснит? Лука, когда пишет его родословию, говорит, после исследования, я вот такое пишу, и то оно не совпадает с родословием Матфея, есть разные пояснения, почему несовпадение. Тот писал, по всей видимости, по реальным предкам, но в Израиле существовал так называемый ливератский брак. Кто знает, что такое ливератский брак? Не знаете, что такое ливератский брак? Я вам напомню. Это когда брат женился на женщине, и потом он умирал. И его младший брат должен был взять ее себе в жены, и первый сын шел не Бен этого мужа реального, а в честь старшего брата. Он как бы восстанавливал линию. И поэтому некоторые говорят, что Матфей писал именно в соответствии с ливератским браком. А Лука, он писал уже четко по тому, кто есть папа. Или наоборот, расходятся в мнениях. Поэтому там есть некоторое несовпадение. Вот и все. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Это исполнилось в Новом Завете под копирку. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Это воскресение из мертвых. Это то, во что мы верим, то, что мы принимаем, и мы говорим: «Господь, мы благодарны Тебе, что Ты воскрес». Ты совершил искупление. Как барана приносили в жертву в храме, или как вала. Возлагали на него руки, как бы происходила трансформация. Этот баран или становился губкой. Он брал на себя грех делающего жертву, и за это его заколали. Это было очень символично. Но Иешуа взял на себя грех всего мира и заплатил своей жизнью. Но написано, что какая-то мера в божественных весах сработала, и его святая жизнь, и его пребывание в отлучении от Творца на протяжении тех 3 дней и ночей, или как там считается, это немножко другой вопрос, хватило. И поэтому смерть больше не могла удерживать его. Нет за что держать. Смерть – это возмездие за грех. А если его уже все, исчерпался, оплатил он воскресение из мертвых. Сейчас я читаю 11 интересный стих. В синодальном переводе он звучит неправильно. Он немножко сбивает понимание того, что случилось там. И обычно он звучит в синодальном переводе так. «На подвиг души своей он, раб, он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». То есть здесь смысл такой, что кто его познал, того он оправдает и грехи их смоет. То есть, я узнаю тебя, Иешуа, и вот поэтому я удостоен очищения. Примерно так. На самом деле оригинал говорит иначе. И стоит посмотреть, мы как-то с Ниной вдвоем исследовали этот стих и смотрели, что в оригинальных толкованиях говорится, здесь говорится такое: «За подвиг свой он узрит народ или народы, и на основании своего решения, то есть что он решит в себе, он, праведный раб, оправдает многих. То есть он, это знаете, как звучит? Я вам скажу проще. Предыдущий перевод говорит, кто в него верует, тот оправдан. А правильный перевод говорит так, кого он хочет, того он милует. Все. Его, полная его суверенная власть, без всяких условий. Не человек ему, я в тебя уверовал, я тебя признал, все. Нет, это не то, что здесь написано. Здесь и то, что я вам сейчас перевожу, оно подтверждено Новым Заветом. Мы помним, что в Иоанна написано, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. То есть Иешуа от Небесного Отца получает полнейший суд. В Тимофея написано, что он будет судить живых и мертвых, и вот здесь в Исаии написано «по своему усмотрению». Поэтому, когда по нашим понятиям какой-то неверующий умирает, не надо ставить стамп, такой, бум, мою личную печать, в ад пошел. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что он есть судья. И вот этот текст говорит, за подвиг свой он узрит, то есть его вечность, народ или народы, и на основании своего решения, да, то, там так и сказано, да, то, юшев бы да, то, он в своем решении, подобно судье, он, праведный раб, оправдает многих, потому что страдал за них. Вот так там сказано. И последнее... Стих 12. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступление сделался ходатаем». Я вам высказывал свое субъективное мнение. Эти стихи исключительно о рабе Господнем, но под этим статусом скрывается Машиах. В других местах скрывается и народ Израиля, и Кореш, и еще кто угодно. Но в данных стихах все о нем, о Иешуа, в которого, по милости Бога, мы уверовали, и этого нам держаться надо.